Привет, как дела? Сегодня мы с вами направляемся на САП-фестиваль, который проходит уже 8-й раз в Санкт-Петербурге. В прошлом году он собрал более 6000 участников, в этом году обещается больше. Вот люди готовятся уже участвовать, подготовили свои САПы. Кто-то только приехал, сейчас будут надувать. А кто-то наряжается в свои костюмы, потому что самая главная часть этого фестиваля – это заплыв в костюмах. 9 километров дистанция. В основном идет по набережной Фонтанки и заворачивает на Грибоедово. Начинается у инженерного замка Михайловский. Здесь его за кустами не видно, но позже покажу. И заканчивается здесь же. Старт и финиш в одном месте. Вот так вот надувается. В 9 часов состоялся старт, видимо, на скорость. Поплыли уже спортсмены. А, видимо, в 10 часов будет начало костюмированного заплыва. Ну, пока люди вот собираются, готовятся, наряжаются. Вот там вот замок остался позади. А здесь уже народ собирается на старт. Thank you.
Так, в этом году фестиваль стартует, видимо, уже с Фонтанки, потому что в канавке рядом с инженерным замком не помещаются все участники. Поэтому они сейчас все выстраиваются на Фонтанке, где будет танцстарт. Так что идем на Фонтанку снимать самый главный старт в этом году. Тут около цирка выстраиваются команды, и скоро будет дан старт. Набережной реки Фонтанки и постепенно снимаю свой репортаж. И такие вот интересные персонажи выплывают мимо меня. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами.